Всем привет! Еще немножко эксклюзивчика. Это хохлатка голубая, очень красивая, но не это суть. Вот распустились княжики интегрифолия. Большой куст. Вот, сейчас я вам покажу. Это парадезия лилиецветная. Она неприхотлива, но она вот у меня уже давненько. И семян она растет на цветет на 4-5 год. Она у меня еще молоденькая такая. Вот такая вот красоточка будет белая тут. Так, что еще сейчас мы посмотрим, что у нас интересного расцвело. Так, мартагоны до сих пор не цветут. У нас ветер все время. Так что вот, девочки, еще один из маков. Это мак сиреневый. Меканопсис бетоноцефолия, вот этот вот. Но он уже вот сиреневый. Ой, иди сюда, иди сюда. Вот они немножко уже другие. Вот такой, ой. И вот такой мак. Ветер. Ветер. И вот смотрите. Вот смотрите, какой расцвел пион. Он как будто черный. И вот он тоже с Вероникой цветет. Но вот на этой клумбе он, конечно, наверное, никак не. Он почти черный. Ну нет, нет, ну черная. Такой насыщенно длинный-длинный. Очень симпатичный. Так, и вот здесь вот, вот тут вот у нас уже маленький аленький цветочек. Видите, какой аленький цветочек красивый. Вот. Так, вот так немножечко. Ой, какой ветер у нас сегодня. Знаю, грозу что ли обещали. Что еще тут вам показать? Радость. Ну вот этот вот мак самый классный, конечно. Он самый большой, самый такой крупный, самый такой насыщенный. Этот вот красавец, конечно, мак там как-то. А вот там как раз голубой, этот синий. Он еще подраспустится, я покажу. Сиреневый и голубой. Этот мак синий. Но, девочка, у меня еще, конечно, радость. Вот такой василек распустился. Вот он. Так, руки вечно в земле. Я никак не могу работать в перчатках, я не чувствую землю. Вот такой василечек. Это от Мариночки дела садовые. Ну, что у нас тут еще распустилось? Сейчас покажу. Вот. Ну вот я и как говорила, этот пион тонколистный только-только цветет, практически на месяц. Он вот еще весь в бутонах. И вот там василисник рядом с розой канадской. Роза только распускается. Ну вот я сейчас сравню. Вот я 1,70 м почти. Вот такой василисник. Ну и роза. Розу тоже буду потом формировать на штамме. Сейчас покажу, как они смотрятся вместе. Ну, не знаю, видно, не видно. Солнце, ветер. Ну, в общем, на этом пока все. Вот тут бутоны такие. Еще только-только у нас будет все распускаться. Ну вот, на этом все. До новых встреч.